Вот такое прелестное растение, друзья, встретил в промзоне в Тушино. Красивое, ароматное, никем не саженное, растет в диких условиях. Видите, тут вокруг там клен ясенелистный и какие-то другие неприхотливые растения. Это не что иное, как жимолость татарская. Известный декоративный кустарник, который очень часто применяется в городском озеленении. Очень неприхотливый, по весне цветет вот такими вот милыми цветами, прекрасный тонкий аромат. Растение и после цветения остается декоративным, красивые листочки. Потом появляются ягодки, красные, но, дорогие друзья, ядовитые. Вообще, все практически виды жимолости ядовиты, ну, кроме, конечно, той, которая растет у нас на даче, жимолость съедобная. Вообще, видов жимолости огромное количество, и практически все они ядовитые. Да, действительно, ягодки ядовиты, в них содержится синильная кислота, но, знаете, в таких количествах, что вы насмерть не отравитесь, даже расстройства желудка, скорее всего, у вас не будет, потому что, чтобы было расстройство желудка, это надо съесть, ну, наверное, несколько сот граммов этих ягод, а вы даже одну не съедите, потому что они жуть какие горькие, поэтому отравлений жимолостью татарской не наблюдается. То есть я, во всяком случае, не знаю ни одного такого случая. Так что сажайте жимолость татарскую смело, она очень красива, неприхотлива, милое, замечательное растение.